очередь покрытий для пола. В гостиную стелим на пол светлую паркетную доску. Сверху у нее слой древесины дуба, покрытый защитным маслом. И поднимаем пол на стену. Этот модуль вытянут в длину, и такой прием зрительно его расширит. Но до потолка не доводим. Сверху будет зеркало, что объемно добавит помещению воздуха. Для столовой этого дома мы выбрали пол с коллажами из разных пород дерева. На самом деле эти цветные коллажи по специальной технологии нанесены на пробку. Она позволяет сымитировать, например, мрамор или песок. Сам процесс схож с печатью на принтере. До печати поверхность пробковых заготовок шлифуется и покрывается белой краской. А после печати уже готовые изображения специальным лаком. Этот пол сразу вдохнул жизнь в наш интерьер.